Владельцы турагентств выступают за увольнение директора саратовских авиалиний. Открытое письмо в адрес совета директоров компании отправили руководители трех крупных туристических фирм области и председатель организации «Общественный комитет по противодействию коррупции». Просьба снять с должности Игоря Третьякова связана с финансовыми потерями, которые несут организации из-за испорченной репутации саратовского авиаперевозчика. Напомню ранее, Росавиация запретила саратовским авиалиниям совершать перелеты за границу. Ограничение вступит в силу с 26 октября. Причиной запрета стали грубые нарушения, допущенные директором авиакомпании. В частности, проверка саратовских авиалиний подтвердила факт присутствия в кабине пилотов постороннего человека, дочери Игоря Третьякова, во время международного рейса в Турцию. Кроме того, суд оштрафовал саратовские авиалинии на 100 тысяч рублей за перевозку 5-летнего ребенка под видом младенца. Руководители турагентств считают такое поведение директора непрофессиональным и наносящим вред престижу как самой авиакомпании, так и репутации туристических агентств региона.